Всем здорова! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобою продолжаем играть во Friday Night Funkin. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забудь поставить свой жирненький царский лайкосик, а также залетай в Телеграм, это очень-очень важно. В общем, сегодня три модификации про ски в виде туалеты. Все никак не успокоится, и одна и та же песня. Блин, ну что ж такое-то, а? Но! Посмотри, как круто, а? Нарисовали, прорисовали. Ну, бойфренд и подружка мы знаем. Мы проходили HD-модификацию. Но туалет! Блин. В общем, различные сегодня будут они. Блин, а прикольно! Ребят, залип, реально прикольно. Смотришь на это? Ну блин, ну хочется уже полную версию. Ну когда? Потому что постоянно выходят модификации именно только на одну песенку. Ну что же, друзья, а это уже версия ремастер. Ну давай поглядим. Казалось бы, HD-версию точно уже не перебьют, но... Ну ты погляди на него. Как он вот так вот? Блин, ну что это такое? Это туториал, разминка, ребята. Разомнем шейку немного. Конечно, конечно. Ну какой довольный. Как будто два зуба у него. Но это точно безумие, просто толчок, ужас. Oh,
Хорош. Ну и последняя модификация на сегодня. Давай заценим уже, посмотрим. Я не знаю, главное, их столько много прям. Капец. Просто капец. Так, что же у нас здесь? Гигантский скибиди-туалет. У бойфренда украли кепочку. Боже мой. На святое покусились, ты погляди. И сзади камерамен. Ну зачем ж так орать-то? Но он же гигантский туалет, ребят. Конечно, конечно. Ну тут эхо добавили, вообще будь здоров. Капец, какой-то музыки даже нет, ребята. Капец, просто какого фига. Ну что же, друзья, ну определенно, вот для меня первая модификация имба. Хотелось бы вот именно в таком же стиле в HD остальные песни какие-нибудь там, я не знаю, с радио... Радиомены, господи, колонкамены, вот эти вот камерамены, чтобы были тоже задействованы. Ну и Титаны, естественно. Мы, правда, играли в одну модификацию с Титанами, но она такая. В общем, ребят, обязательно ставьте жирненький царский лайкосик, залетайте в Телеграм. Бай-бай, дорогие братишки.